В семье Зариповых четверо детей, трое из них школьники и учатся дистанционно, а компьютер дома один. Теперь ребятам заниматься станет гораздо проще, в семье появился еще один ноутбук. Его подарили Зариповым, как многодетной семье. Чему Эльмира Зарипова сильно удивилась, ведь никаких заявок она не подавала. Но признается, помощь пришлась кстати. Мне позвонила старшая по дому. И что сказала? Что придут, нашлись люди, которые подарят нам компьютер. А вы как отреагировали? Я растерялась, вообще я была на работе, я знать не знала. То есть вот сегодня отпросилась, что, чтобы быть дома. Сначала удивилась, потом задалась вопросом, откуда узнали про нас, про нашу семью, то, что мы многодетные. Меценатом оказался житель Ленинского района Николай Кулебякин. У него самого ребенок школьник. Мужчина понимает, насколько важен хороший компьютер для учебы. Узнал о проекте, который призван поддержать многодетные семьи, и принял участие. А в администрации ему дали адрес семьи Зариповых. Чтобы они могли успешно закончить этот учебный год и, конечно же, как все, перейти на следующий год. Стать добрым волшебником и помочь многодетным семьям Самары может каждый. Для этого следует обратиться в районную администрацию. Мария Левина, Константин Головин. События.